Всем большой привет! У нас новый влог, вы на канале Настя Зи. Я уже по традиции в этом наряде, у нас была сегодня очень трудная ночь. Вот, у меня мешки перед глазами, можно туда картошку класть и носить, поэтому я сейчас с патчами. Позавтракали мы с Федей, и у меня предстоит уборка, сейчас вам покажу, какой ужас у нас творится дома. Надо будет убраться, и хочу сегодня запаковать наши подарочки. Ну, не наши подарочки, а подарки, которые мы будем дарить, в упаковочную бумагу. Ну и, кстати, заодно вам покажу, что какие подарки я приготовила. Вот такое веселье у нас. Это на фоне у нас просто мультики играют. А постель заправить. В общем, да. Тут вот Федя. Ку-ку. Ты на камеру играешь, да? Вот. И вчера я еще мыла нашу коляску. Все колеса отмыла от грязи. Ну, как-то привела ее в более-менее приличный вид. Постирала вот эти вот все от блока. Нам птичка еще прилетела к деньгам. Вот он лежит, блок. Заодно ремни переставила, потому что они были низко. А в комбинезоне неудобно ему. И я поставила вот на самый верх, вот сюда. Такие планы на день. Сегодня у нас еще бассейн. Федя вот здесь остувается ромашка. Остужается. И я тоже себе заварю, что-то у меня горло першит. Не хотелось бы заболеть. Все, мы вышли. У нас барахлит вот это колесо. Будем покупать новое. Сейчас, кстати, надо посмотреть. И зайдем сейчас в ателье, занесем конверт. Потому что у него нет прорези для ремня безопасности. Мы уже вышли на улицу и пришли к нашему пруду. Идем в бассейн. Слышите, коляска скрипит. У нас, в общем, проблемы с одним колесом передним. Вот Рома будет заезжать, покупать колесо. В общем, там какая-то проблема с проволокой, которая внутри колеса. И он сказал, что только по замену, что его никак не отремонтировать. И я нашла на Авито. Продают колеса вообще запчасти к нашим коляскам. Наши коляски. Вот, будет стоить на 1500. В общем, дорогая коляска, так же как и дорогая машина, дорогая в обслуживании. Ну а что делать? И там еще есть чехол на ручку. Тоже. Я искала на Алике, не могла найти. Вот, там продается, так что если вам что-то надо, обязательно заглядывайте на Авито. А Федя вот такой укутанный в коконе. Сейчас спит. И надеюсь, что когда мы доедем до бассейна, он проснется, потому что человечек будет не в духе, если его разбудят. Уже была такая ситуация не раз. Вернулись домой. Не смотрите на мой растрепанный вид. Я сегодня даже не переплетала косу. Вообще, мне не нравится эта прическа. Я посмотрела на себя в предыдущем влоге. Как-то зализано. Вот это вот что. В общем, записалась я в парикмахерскую в Петербурге, схожу 22 декабря. Уже пообедала. Федя пока что не захотел есть прикорм. Но думаю, чуть попозже его покормлю. Сейчас он лежит, я прячу игрушки, его достаю как бы сначала одни, на другой день другие, и для него какие-то игрушки совсем новые, вот, и он сейчас лежит и снова их узнает. Такая вот черепашка у нас Ламаза, ему очень нравится. И у нас есть шар с этой фирмы. Кстати, подписывайтесь на меня в Инстаграме, я туда выкладываю
которые актуальны нам сейчас, игрушки. Да и вообще я там пишу интересные посты. Вот. Держи, котенок. И также я ежедневно снимаю достаточно много сториз, несмотря на то, что я снимаю влоги, но и там я также активно. Ссылочка будет в инфобоксе. Я вижу, что кто-то подписался уже, кто-то еще нет, но добро пожаловать в мой инстаграм. Я хотела сейчас упаковать подарки, а по итогу завернула только один, вот этот, моему племяннику. А остальные, скорее всего, я возьму пакеты подарочные. Что-то как-то не заворачивается. Федя тут играет с пианино. Вот. И сейчас буду убирать все это тогда добро. Плюс у меня здесь есть пакет с детскими вещами всякими. Нам дарили. То, что сейчас мы как бы не пользуемся. Я их туда откладываю, тоже переберу. Там вроде грызунок Федь подойдет на 7 месяцев. А, и вот эти грызунки я разберу сейчас, чем мы не пользуемся, что нам не актуально. И уберу в косметичку. Вот этот уже. Он очень мягкий, ему как бы не чешет. Вот этот можно оставить. Вот этот тоже уже не актуален. Ну, вот эти не актуальны, вот этот один актуален. И еще клубничка нам очень нравится. Вот это. Ее, кстати, надо сейчас помыть, пойти. Вот. И что у нас вот здесь? Вот здесь вот такой грызунок. Это вообще первая игрушка Федина мне подружка дарила. И вот таким вот ему очень нравится. Что такое, карапуз? Сейчас мама уберет все. Ты перекатился на пол? Пупса. Пупс-мупс. Всем большой привет, у нас второй день съемок, влога. Как так получилось? Просто у меня соседка, она тоже, в принципе, начала снимать видео. Я ее в этом поддерживаю, мотивирую ее. И она у меня просит камеру, я ей, конечно же, даю, не отказываю, потому что, ну, здорово, когда у человека есть хобби. Вот, я ей давала камеру, она вчера вечером забирала. И вот сейчас только к обеду мы с ней встретились, она мне ее передала. Но мне придется после бассейна, мы сейчас идем в бассейн, ей тоже одолжить камеру. Она хочет что-то там доснять. У нас получается такой же день, как и вчера. Мы опять идем в бассейн. Приготовили вчера батат. Он, оказывается, очень сладкий. Я знала, что он сладкий, но не настолько думала. Рецепт очень простой. Разрезаем его на дольки, картошку по-деревенски. Соль, перец, сладкий перец, маслица. Все обмазываем и в духовочку на 180 градусов я ставила на полчаса. Получается очень вкусно. И Рома вчера приготовил стейки. Тоже было аппетитно. Человечек перед тренировочкой отсыпается. Нам, кстати, еще нужно в аптеку зайти. Я заказывала. Забрать. Наша дорожка. Кто там зонит, слушает на всю катушку. Погода замечательная. Светит солнышко. Приехали мы домой. Сейчас, видите, пойду отдавать соседке камеру на парочку съемок. А Федя здесь у нас вот так вот теперь есть. Смотрит на мир вперед. Всем привет! Это третий день съемок. Я заболела благополучно. То, что я бледная, это последствия болезни, так сказать. У меня обычно ОРВИ, не корона. У нас болел Рома, теперь болею я. Надеюсь, Федя с моим молоком получает иммунитет и не заболеет. Активно лечусь, пью чай, забрызгиваю нос, ну и все, в принципе. Еще ромашку себе заведу, хочу пополоскать горло. А из каких-то медикаментов мне ничего нельзя, потому что я кормящая мать. Итак, последние новости.
Мне нужно убраться на кухне и замесить тесто. Рома будет печь пиццу, но он не хочет возиться с тестом, буду возиться я. И даже, ну, это очень быстро, очень легко. Поэтому мне несложно это сделать, и потом я, наверное, пойду полежу. Вообще убраться. Я хочу сделать генеральную уборку перед отъездом. Разобрать ненужные полки, разобрать ненужные вещи. И подготовиться к Новому году. И, кстати, я хочу в Питере снять перезагрузку себя. Уже записалась на маникюр, педикюр, на стрижку волос. Хочу походить по магазинам, обновить свой гардероб, потому что я хожу, в принципе, только в одном костюме спортивном, и все. Да, удобно, но нет, красиво. И все, наверное, из планов. Может быть, схожу к психологу, хотя я не наблюдаю за собой особой депрессии послеродовой. Хотя, может быть, и нужно так для общего укрепления, так сказать. Вот. Так что, беру вас на уборочку. Это вот мы обедали, осталось. Нужно со стола все убрать. И рабочая зона. Рома сходил в магазин, что-то кинул, как обычно. Вот, хочу убрать здесь, а потом прибрать в шкафах. И вот здесь тоже у меня беспорядок. Пока я убираюсь, поставлю заряжать камеру. Кстати, вот здесь убиралась. В Инстаграме я снимала. Но все вернулось на круги своя. Тоже надо убраться. Так что, когда болеет мама, она вообще не расслабляется. Итак, рецепт легкого теста на пиццу. Значит, добавляем 250 грамм воды. Туда высыпаем вот такой целый пакетик дрожжей. Добавляем чайную ложку сахара, 1/2 ложку соли, 2 столовые ложки оливкового масла. И потом муки вот до такой консистенции. Это где-то 400 грамм. И все. Закрываем крышкой и ставим в темное место, чтобы тесто у нас поднялось. Буквально занимает это 10 минут. Я вот сейчас его приготовила. Закрою крышечкой. И кладу вот сюда под подушку обычно. Раз, два, все. Сегодня на ужин у нас была вот такая пицца вкуснецкая от Романа Сергеевича. Я продолжаю убираться. В общем, я положила камеру, ничего не убирала, не снимала. Поэтому сейчас Федю уложу и буду тут тихонечко шуршать. Я села попарить ножки с разными травами. Тут крапива, тысячелистник и еще какие-то. Налила себе чай с шоколадкой. Могу себе позволить, пока болею. Но глаз у меня лежит все-таки на пиццу. Еще я вам не показывала такого вот Деда Мороза. Горячий. Дела фамилии. Всего лишь 129 рублей. Красивый подсвечник. Та свечка из Икеи. И Федор спит. Рома клацает на заднем фоне. И хочу вот почитать такую книжку «Развитие ребенка». Тут прям по месяцам. Интересно то, что тут прям расписано мелкая моторика, развитие слуха, мышление. Вот. Я ее читаю, она у меня как настольная книга. И еще параллельно я читаю вот эту книжку «Мама и сын. Как вырастить из мальчика мужчину». И еще у меня лежит вот такая книга «Сон ребенка». Но я ее читаю так по диагонали между строчек, потому что очень много научного написано.
Ой, у меня тут еще куча блокнотов разных моих. Так что да, надо будет все разбирать, убирать. Сейчас чуть-чуть поправлюсь и начну. Возьму себя в руки. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться, уже пойду спать. Ночью набирать силы. Спасибо большое за просмотр. Извини, что получился такой отрывистый влог, но как есть. До новых встреч. Пока-пока. И не болейте.